Так, будем наносить теперь новый декоративный материал. Будет называться у нас сатин декор. Выглядит он так, чтобы показать. Выглядит он вот так вот. Вот цвет выбрал такой лазурный. Это материал с перламутром. Больше штукатурка, чем краска. Наносить будем широкими мазками. Приступим. Так, наносим простым шпателем. По консистенции он довольно-таки густой. Особо никуда не течет. Слой наносим не то, что ноздир, но практически ноздир. Эффект приблизительно как на зубе. В какую сторону проводите, такую и делается излом. Соответственно, при нанесении распределять его в разные стороны, чтобы получить изломы. Сейчас вот здесь вот как бы проверим еще на состыковку. Нету стыка, не видно. По технологии материал будет прописан нанесение в два слоя. Ну, зная наших мастеров, будет, конечно, наносить в один слой. Многие. Материал довольно-таки укрывистый. Если подложка, если стена выготовлена идеально, ну, под покраску, хорошо выготовлена, подложку сделать в цвет, то, конечно, возможно, работа и в один слой. Но в технологии будет два слоя. Сейчас покажу почему. Вот у нас подложка была белая. В местах, где больше снял, видна подложка. Не знаю, передает камера. Передает вот здесь вот. Видно подложку. Когда вы будете закрывать вторым слоем, соответственно, это все исчезнет. В общем, как бы все, уже я низ закончу. Дальше второй слой тоже будет нанесение показано. Так, высох наш первый слой нового материала сатин декор. Вот, будем наносить сейчас второй слой. Второй слой наносится так же само. То есть тоже наносим слой и распределяем материал в три стороны. Там, вверх, вниз, слева, вправо делаем изломы. Здесь уже на втором слое можно наносить ноздир. Особо нам уже перекрывать нечего. То есть материал можно наносить ноздир. Так, опять наша стеночка, которая закончена. Вот так вот она выглядит без освещения. Напоминаю, это материал, новый материал торговой марки Fadel. Называется материал вот так вот. Satin Decor Vase. Вот, хотел показать с освещением, с прямым. Вот как бы... Как он, мерцание у него такое вот есть, благородное. То есть без освещения.
он у нас, вот я освещение убираю, то есть просто такой бархат с прямым освещением. Когда на него падает прямой свет, у него идет вот такой вот благородное мерцание. Мерцание не разноцветное, мерцание именно такое серебристое, как изморозь. Вот здесь нанесено широкими мазками в таком стиле. Вот. Еще варианты нанесения. Он больше уже, этот материал не как вельвет-декор, как густая краска. Не как лава, которая больше как штукатурка, он что-то среднее. Он тоже идет с наполнителем, тоже густая масса. Вот. Нанесение, виды нанесения разные могут быть для него. Его можно наносить вот в таком стиле. Как карту мира, то есть наторцовывать. То есть в нем есть изломы, как в вельвете. И в то же самое время это же мерцание при попадании прямого света. Далее, вот он в базе. Цвет его родной. То есть он такой серебристо-белый. Тоже, опять же, мерцание наше. То есть видны изломы, опять же. Вот этот же сатин, нанесенный больше как вельвет накрученный, то есть маленькими изломами. Тоже выглядит вот так. Вот образец. Это в двух цветах он нанесен. То есть использован серый и зеленый. То есть тоже довольно прекрасно выглядит. Нанесение он сохнет долго, наносить удобно, проблем с ним нету.